понял, репертуарщик на Кировке не меняется. Это охрана. Что вообще происходит? Я вышел, охрана боком дает. Я сейчас не удивлюсь, если он выйдет, то начнет быковать меня. Мама? Это стереотип. У меня мамы нет, и родителей у меня нет. Совсем недавно появился канал, который раздает бесплатно подписку на музыку ВКонтакте, то есть можно слушать музыку без рекламы и в фоновом режиме. Кинопоиск, ОКО, ТНТ Премьер, всем этим ты можешь пользоваться совершенно бесплатно. Доставки еды, Алиэкспресс, Макдональдс со скидками до 70%. Канал по халяве будет открыт до 5000 подписчиков, поэтому советую подписаться прямо сейчас и получать промокоды каждый день. Ссылка в описании, а все промокоды в закрепленном комментарии в самом канале. Успевай забрать халяву. Всем привет! Я купил себе новую машину. Сфоткайте с новой машиной. Теперь сфоткайте с нормальным звуком, сфоткайте. Как фоткаются с машинами? Потому что машина вот так делает, сейчас покажу. Понимаете, да? Это, конечно, не задний привод, но я вам сейчас покажу, что она могёт. А у меня ощущение, будто мразь бешеная. Ну, ладно, она не бешеная, она дизельная. Извини, что так обозвал. Так, видим поворот, вот так делаем. Оп, кнопочку нажимаем. Но очень аккуратненько. Поворот затяжной, неудобный. Блин, развернуться надо, я не туда поехал. На самом деле я туда ехал, сейчас нужно еще раз развернуться, я случайно не туда развернулся, поняли? Абсолютно случайным образом. Блин, заносит. Поворачивай, Приус, ёпты! Я его сыночек, пресняю думи, она мне донат. Могу уйти, а электричка ты! На карту. Свой город я уже нанес на карту. Дары поставил себе азарт. Пресняю школину, лучшие парты. У нас есть много трав, хуй ты вообще святой, у нас ни номеров не прав. Пока Россия точно есть, хотя на пару лет. Ебламента не видно, это ФСО, секрет. Не участвую в разборках и смотрю издалека. Павел Дуров, ты дурак, я тебя найду и убью. Мой дух веселый, но при встрече я могу ебать. Харо, не знал, что твоя сука выберет мою кровать. Кто у вас в восьмом классе под ником Опер Уполномоченный? Не надо мне такие... Опер Уполномоченный. Здорово, мужики. Че, дернем с места? Вот она... Блядь, пиздец, что за охрана, блядь. От валя до чайханы за 3 секунды, пацаны. Нахуй гелик. Ебашу на уаля. Тяга выключена. Только по подвесе, нахуй я кручу я айзу. Ну как только нахер, нахуй наркоту. Играю в Каустар, скажи. Нормально дрифта дал, Макши? Бэха, брат, нормально вообще. Бензин или Мэрин? Бензи-бумер. Мути-мути-мулем. Амнезия. Что-то много дури. Бэха норм, но если М-ка бы была, вообще. Вот. Стабилизация отключить. Детка, бери в рот мой бабуха. Детка, давай так, давай только мне. Гранта передо мной. Гранта передо мной херачит. Смотри, что делает на переднем приводе. О, сама включилась. Мама, я влюбился в нее. Выключи полностью стабу и на спорт плюс нажми. А, вот! Вот, ёпта, вот! А почему? Я говорю, я до этого, у меня DCO был. Да, вот, вот. Сейчас она пошла, пизда. Вот сейчас пизда пошла. Вот сейчас ее ловить надо. Вот, вот она, сука. Вот сейчас она бешеная стала. Здесь даже
из-за того, что вы так криво. Хотя... Да не, нормально. Липтон прилетает на концерте прямо в лицо. Липтон. Нравится вам, да, такое? Молодежные песни. Здесь, кстати, вообще балдежный ключ. Монархи, нет, Осирис. Спасибо за 100. Чертовка. Это что, его? Да, ребят, это я взял в аренду покататься на 3 дня в России. Ой, в Челябинске. Вот жопку уже тут за это задуло. Вот такая, блин, машина. Это может спалить меня, что я делал дрифт. Нет? Это может спалить меня, что я делал дрифт, когда я буду сдавать машину? Нет ведь? Тут ворота закрыты. Ну, ладно, нам это никогда не мешало. Я думал, за мной меня паничку не сольют. Смотрите. Две тени, я обосрался. Так, ворота, да? Ага. Ну, я вас понял. Опа. Опа. Как бы ворота-то были. Серега навряд ли здесь. Серега навряд ли тут. Потому что холодно же. Привет, челябинцы. Ёпта, в кофтах одних. Почти заснял, блин. Почему она не упала? Вот это музыка, да. Работаете? Здравствуйте. Работаете? Сейчас пока что нет. Кухонного работника пока что нет. А через сколько будет? Сейчас не знаю, минут через 10, скорее всего. Ладно. Чтобы ему ответить. Что-то очень сильно растерялось, что делать в этой ситуации, когда никого нет. Как же здесь дрифтить кайфу? Как бы здесь кайфово было, ты становишься. Меня шузы схватывают. Так, я понял, репертуарщик на Кировке не меняется. Как вот это дайте мне, так это тут и осталось. Три бабушки вышли из дрочильни. Простите, они вышли вот из этой двери. Три женщины взрослых. Три взрослых женщины только что вышли из дрочильни. Вот дрочильня. Вот тут в нее вход. Хм, интересно, что они там делали? Вау, в Челябинске настолько холодно, что здесь вместо воды сделали гирлянды в фонтане. Ого, Новый год, половина фонтана уже не работает. Вот. А, он у вас на камере лагает, а у меня нет. Видите, уже сломался. Тут сетку уже пробили. Короче, ладно, не буду показывать. И все здесь открыли? Да ну! Реально? Ошалей, сколько меня не было. На белом рынке открыли KFC и здесь вместо вонючей этой. Уф, до 24 по время. Не работает еще? 24. Как открывается? Двухэтажный KFC. Fucking shit. Еще выше есть этаж. Трехэтажный KFC. Вот так я выгляжу. Вообще вот так. Вы увидели такого человека
у себя в подъезде ваши действия. Закрыто. Но меня интересно, вызвали уже эти? ОМОН. Я хочу курочку привезти к выпуску. Это охрана. Видели? Что вообще происходит? Я вышел, охрана боком дает на Кировке. Прям сорта? Не надо. Сбил, суета будет. Да давай, отдыхай. Вот такая суета. Говорит, что с локтя ему на? Беги, да что бежать они. Еле ходят. Что-то я реально пошел без перца гулять. Ух, дядь, какие у него тапки. Да ты чё? Я сейчас не удивлюсь, если он вылезет, то начнет быковать на меня. Тапки крутые. Блин, это, дружище, не подскажешь сейчас? Погодите. Иди. Биткоин какой-то. Заведение. Это посередине улицы. Туда направо выезжаешь, первый поворот направо и еще раз первый поворот направо. Да, от души. Ой, у вас красивый котенок. Котенок красивый. Да. Не буду смущать его. Это типы, которые на меня грузили что-то. Но я нахожусь под охраной Витязи, которая дает боком. Я не, кстати, не удивлюсь, если те чуваки, которые на меня грузили, они из Витязи высадились. Го драться, беги. Да какой драться, вот так? Их четверо. Перец не забудь. Да у меня нет перца, в том-то и прикол, что я пошел, блин, по Челябинску гулять без перца. Вон там Бобик стоит. Может, знаете, попросить Бобик, чтобы они, короче, контролировали драку. Я буду с ними меситься. В моменте, если меня, короче, душат, ну, гасят, то Бобик подлетает и меня спасает. Вот так, как говорится. А если я, типа, их выиграю, то Бобик не подлетает. Я думаю, хорошая затея. План хороший. И в теории осуществимый и правильный. Приветствую. Е-рок. Е-рок. А? Rock forever. Rock forever. Understand. Understand. Yes. Плачущее небо под ногами. Вот ты просто где взял? В интернете. Ты, сука. Что такое интернет? В Челябинске не провели еще. Извините, кто-то случайно? Нет. Где такие штуки в золотоне? А, всякое где? У вас. Хорошая музыка, музыка. Света музыка. Там девочка упала. Чай можно заказывать? Да. Зеленый чай большой, горячий. Может быть только максимум 0,3. Ну ладно. И бутерброд. Какой? А? Какой вам? Давайте биг тесте. А, сейчас я спрошу. Хоть бы не закрывало, там тепло оттуда. Инсту. Средний зеленый чай и биг тесте. Да. Что-то еще? Ваш инстаграм. У меня нет. Жалко. Тогда все. 320 рублей. Извините, а там в клубе нормальная вечеринка? Отстойная. А?
Кроссовки охуенные, вы интервью снимаете? Можно у меня интервью снять? Возьми у меня интервью. И у нее не беру, у меня. Всем привет, это интервью. Всем привет. Ты тоже катаешь? Как вас зовут, да? Меня Дарья. Меня Павлик. Меня Александр. У меня сводную сестру зовут тоже Дарья. Извиняюсь, что я вас перебил. Задавайте свои вопросы, я отвечу на все честно. Хорошо, были ли вы в этом клубе когда? Да. И как там? Он очень классный, туда надо сходить. И что там классного? Там музыка хорошая, обслуживание хорошее. Например, Моргенштерн. А? Моргенштерн там есть? Да, да. Класс. И инстасамка есть. И Эндшпиль есть? Эндшпиль есть, там все есть, я вам клянусь. Класс, музыка реально огонь. Да, музыка огонь, я советую вам сходить. Теперь поколение старых чуваков ответит. Давай. Клуб говно. Был раньше топовым, когда всех пускали абсолютно. Сейчас это параша просто ноунеймс, как говнище. Я так понимаю, тебя не пустили? Меня пустили, я здесь тусуюсь. Потому что опера пока закрыта. У меня с подругой, у меня есть лучшая подруга. Ей 19 лет, мне 18. Мы это жопа такая? В черном все? Это Аня, да, подруга. Классная подруга у нее, кстати. Вот и все. Смотри, они тебя за своего все говорят, что в клуб надо ходить полураздетой. Типа, чтобы грудь была видна. У нее подруга такая же. Подруга у нее такая же сидит. Нет, смотри, как я одета. У меня только две дырки на джинсах. И только лента. Не смотри. А кто так сказал, что в клуб надо полураздетой ходить? Мама? Это стереотип. У меня мамы нет. И родителей у меня нет. Вот тут я чуть два раза не перевернулась. Вот здесь? Блин, подожди, девчонки. Нет. Быстрее вас пройду, пожалуйста. У вас я тут весь год прожила, мне 19. Поклянись еще раз. А? Еще раз поклянись, что нарядный какой-то. Я клянусь вам всем, кто меня смотрит. Приятно. Ух ты, вот мне так тепло. Замерз. А, хорошо у вас тут. Можно не закрывать. Нет. Сейчас. Блин! Ну нет, ну блин. Ну я, а не он. Нет, чай! Он умер! Его больше нет! Я так хотел согреться и выпить этого чаю! Стоять! У меня сейчас бутерброд остынет, блин! Я чаю уронил и разбил здесь. Да ну нахуй! Да! Знаете, я хотел бы новый чай заказать, я свой уронил. Переделаем кипяток только? Да, уронил кипяток. О, у них так тепло и погрелся. У меня там лежит сок. Чай, вон он лежит. Я же не успел заварить. В теории я мог свой кипяток оставить в машине. Включить и взять. О, спасибо, Медина. Я думаю, откуда мое имя знает. Просто, ну ты забываешь, ты с бейджиком ходишь. Так, попытка номер два.